Здравствуйте, друзья. Меня зовут Евгений Иванов, и я буквально недавно подключился, стал партнером компании CrowdFund. Почему я это сделал, вот как раз мы сегодня и разберем. У нас на связи присутствует Эдвард Урбанович, тоже партнер компании CrowdFund, и Андреас Валь, который меня познакомил с этой информацией. Давайте поподробнее узнаем, почему мы здесь все находимся, все являемся партнерами компании CrowdFund. Эдвард, вам слово. Да, здравствуйте. Представлюсь, меня зовут Эдуард Урбанович, я из Вильнюса, Литва. Я предприниматель, занимаюсь конкретно инвестированием. И, наверное, я расскажу вам свою визию, да, как я вижу компанию Crowd1. И упор сделаю на доли. Как вы знаете, компания Crowd1 выпускает эмиссию долей. И эмиссия заканчивается как раз в конце этого месяца, в конце марта. Я хотел бы показать вам сейчас вот такую таблицу. Значит, чтобы стать партнером компании Crowd1, мы заходим и покупаем какой-то пакет. У нас есть 4 пакета. Белый, черный, золотой, титан. Я сейчас очень быстро пробегусь, не вникая в детали. Если кому-то покажется эта информация интересной, просто обратитесь за дополнительной информацией и вам такую предоставят. Значит, мы покупаем один из пакетов, который нам нравится. Вот цена за каждый из этих пакетов. Вот количество долей компании, которые будет начислено сразу же автоматически за данный пакет. Сейчас действует до конца месяца также акция в компании. Если вы покупаете какой-либо из этих пакетов, автоматически вам дарится апгрейд на следующий больший пакет. Соответственно, в данной строке мы белый пакет рассматривать вообще не будем, потому как если человек зайдет на белый пакет за 99 евро, то он получит апгрейд на черный, и у него сразу будет 150 долей. Ну и, соответственно, с черного на золотой 500 долей, и золотого на титан 1750 долей. Еще у нас есть титан про, но об этом можно будет рассказать при личной встрече. Значит, кроме того, что человеку начисляются эти доли моментально в кабинете, каждую среду компания Crowd еще также начисляет, дарит всем участникам проекта, всем партнерам начисляет доли. Каждому в зависимости от позиции по маркетинг-плану. Но если человек на полном пассиве заходит в крауд, и он не делает никакой работы, то как минимум 1,25 долей, еще две среды у нас есть и будут начислены. Вот я здесь пометил. У нас все еще в марте есть 24 марта и 31 марта. Соответственно, на полном пассиве даже человек получит какое-то количество долей, плюс 24 марта он еще получит 1,25, 31 еще 1,25. И общее количество долей на конец марта. Такое возможно для нового человека, который подключается еще, значит, до 24 марта. Все, 1 апреля эмиссия долей заканчивается. Сейчас я хотел бы показать вам другой слайд. Вот эту таблицу. Значит, что такое доли компании? Доли компании – это не акции, но доли имеют тенденцию однажды превратиться, скажем так, в акции компании. На данный момент мы являемся дольщиками. И если мы сейчас посмотрим на стоимость акций других компаний, знаете, крауд часто сравнивают с такими компаниями, как Uber или Booking или Amazon. Вот давайте на основе этих компаний мы и рассмотрим. Значит, на сегодняшний день цена акции компании Uber 56 долларов. Facebook сегодня стоит 284 доллара. Booking почти 2500. Если мы посмотрим на графике цены, то мы увидим, что, скажем, вот Booking можно было купить в свое время когда-то, вот мы видим 7, 8, да, 10 долларов. Сегодня почти 2500. Amazon сегодня стоит больше 3000 долларов. Есть еще и такие акции, которые стоят 381 тысячу за одну акцию, компания Berkshire. К
Почему я это говорю? Просто я хочу показать, что на рынке акций все возможно, и в зависимости от ценности компаний цена акций может очень сильно разниться. Вернемся сейчас в нашу таблицу, с которой мы начали. Так, где наш Excel? Итак, мы уже выяснили, что у человека есть возможность приобрести вот эти акции, накопить, не акции, извините, доли. И давайте помечтаем сейчас. На сегодняшний день цена, зафиксированная за долю, 2 евро. Соответственно, если у нас на руках есть определенное количество этих долей, а скажу сразу, что еще и у тех людей, которые вошли в компанию раньше нас, то, конечно, это количество, есть люди, которые накопили по 20, 30 и 40 тысяч долей. Значит, сегодня одна доля стоит 2 евро, соответственно, наш пакет сегодня стоит столько. Если мы сейчас с вами помечтаем, и, допустим, мы выйдем на уровень Uber 60 евро, то наш пакет превращается вот в такие суммы. А что, если мы возьмем за пример Amazon, да? 2400 примерно. Речь уже идет о миллионах, понимаете? Я занимаюсь так, сейчас, секунду, вернусь, чтобы видеть вас, парни. Я занимаюсь непосредственно торговлей акций, значит, на фондовом рынке. И для меня приобретение долей в крауде – это обычная инвестиция. То есть я понимаю, что я могу сегодня купить доли компании даже на минимальную сумму 99 евро, и это размер моей начальной инвестиции, и дать этому время. И знаю, что в планах компании развиваться, выход на фондовую биржу, и, соответственно, если я дам время, компания будет приобретать ценность, цена акций будет повышаться, то со временем, как я показывал в таблице, эта инвестиция может принести очень-очень солидную отдачу. И, естественно, у каждого человека, у партнера будет, скорее всего, выбор. Мы сможем либо продать за большие деньги, допустим, эти акции, может быть, крауд будет выплачивать дивиденды хорошие на эти акции. Тогда я не захочу никогда продавать. То есть эти акции превратятся в курицу, которая несет золотые яйца постоянно. Поэтому я вижу, как инвестор, я вижу в этом шаге приобретение сегодня долей компании очень выгодное для себя предложение. Причем оно будет работать на полном пассиве. Но я думаю, с моей точки зрения достаточно. Андреас, как вы видите ситуацию с долями? Окей, я вижу это тоже очень позитивно, но прежде чего я представлюсь, меня зовут Андреас Валл, живу в Германии и занимаюсь различными бизнесами, так же как инвестиции, так же и основной уклон в сетевой маркетинг, да, строю большие команды. И с этой точки зрения я, конечно, хочу и показать или объяснить компанию CrowdOne. С моей точки зрения это могут мнения расходиться, но я просто чисто от себя. Потому что имея некий опыт и разрешаю себе дать какой-то анализ. Да? CrowdOne я нахожусь несколько месяцев больше, чем Эдуард. И могу больше рассказать об этой компании и как я это вижу. Я вижу это так, что на сегодняшний день компания CrowdOne достигла количества проплаченных партнеров 27 миллионов человек. Да? У компании была задача до открытия, мы сейчас находимся на уже 1 апреля, это старт компании, да, и у компании была задача 25 миллионов при старте. Да? На сегодняшний день 27. Сейчас такая... Почему мы вообще это видео делаем? Чтобы показать людям, потому что многие люди, они просто слышали там CrowdOne, там не могут понять, что это такое. Поэтому мы делаем это видео, чтобы вы могли принять участие и приобрести вот эти доли. Да? И поэтому мое видение такое, что компания сделала больше, чем запланировала.
Сейчас следующий рубеж до конца года 100 миллионов партнеров. Я знаю, что это будет намного больше, потому что знаю, кто за этим стоит и что вообще происходит. Да? И теперь опять к долям. На эти доли закончатся 1 апреля, все, их больше не будет. Да? Это означает, что люди, которые будут заходить позже нас, они будут хотеть эти доли тоже иметь. Естественно, они могут у нас их тогда, то один, другой хочет их продать, пожалуйста, это, я думаю, будет эта возможность. Да? И это означает, на эти доли, каждый квартал будут начисления дивиденды. Да? Это означает, компания будет расти, и это означает, что кто сколько долей будет иметь, он их не будет продавать. Почему? Потому что они ему дают каждый квартал начисления. Да? Естественно, сейчас у нас 5 компаний, которые на нашей площадке имеют некие продукты. На это я сейчас не буду углубляться. Да? Но до конца года у нас будут около 40 компаний, которые будут предлагать всякие услуги, и продукты. Да? Это означает, что мы все потребители, да, и тем самым мы сами будем делать этот товарооборот. 50% от того, что компания платит CrowdOne за свое участие на нашей платформе, и из этих 50%, которые компания получает, 80%, 80% раздает тем, ну, нам, да, имеющим долей эти компании, да, означает, у нас цена будет расти, как Эдуард показал со стороны инвестора, это однозначно, да, и плюс мы будем каждый квартал эти денежки получать, да, и, естественно, те люди, которые будут сюда людей привлекать, там еще маркетинг, это вообще это совсем другая тема, да. Но есть возможность получить очень-очень. И у нас есть люди, которые буквально за год стали миллионерами. Да? Это я тоже не хочу промолчать. Потому что есть возможность немножко заработать, есть возможность очень много заработать. Зависит от каждого самого себя. Да. Так, немножко волнуюсь, потому что солидные люди здесь слушают. Андреас, а можно задать вам вопрос? Да, да. Вот в вашем рассказе я услышал, значит, что даже обладая долями, еще не акциями, а только долями, сегодня уже в квартал выплачиваются дивиденды на эти доли. Я правильно вас понимаю? Совершенно верно. Каждого 15 числа, вот в марте, через 3 месяца, это будет у нас июнь, да, и так дальше. Каждые 3 месяца, 15 числа, мы в кабинете, каждый видит свои начисления, их нужно только принять. Если мы их кнопочку не нажмем, принять, то они там останутся. И они окажутся на нашем счету, и мы сможем эти денежки сразу выводить. То есть фактически получается, что ценность еще увеличивается этих долей. То есть мы не просто, допустим, приобрели эти доли и ждем выхода на фондовый рынок. Мы даже сейчас, в этот промежуток времени, совершенно пока верно. Они еще не стали акциями, мы уже получаем на них дивиденды. Совершенно верно. Отлично. Замечательно. Андреас, я позволю с вашего разрешения рассказать свою ситуацию. С Андреасом мы знакомы очень давно. С Эдвардом познакомились буквально вчера. Вот. И со мной произошла следующая ситуация. Андреас мне начал рассказывать про маркетинг, и я начал всячески отказываться. Почему? Потому что у меня несколько компаний, и вроде бы еще одна была бы лишней. Но как только разговор зашел за акции, за доли, тут я сказал себе стоп. Почему? Друзья, давайте задумаемся на минуту. Кто бы из вас хотел купить компании того же Facebook по $20, по $50 или те же акции Amazon по $100? Я думаю, каждый бы захотел, но они уже стоят гораздо дороже. И поэтому я принял решение инвестировать в компанию CrowdOne 99 евро. Через 30 секунд мой белый пакет резко почернел, и вместо 50
долей компании я стал обладателем 150 долей. Все произошло прямо вот буквально на моих глазах. И поэтому вот со своей точки зрения я хочу сказать, что это действительно возможность, уникальная возможность для каждого человека стать частью чего-то большого, только начинающегося. Потому что на площадке, как говорил Андреас, сейчас присутствуют 4 компании, присутствуют продукты. Но будет больше, гораздо больше компаний. Каждая компания придет со своим продуктом. Каждая компания будет создавать товарооборот. И по маркетинг-плану все вот эти вот товарообороты будут делиться с компанией CrowdOne, а уж компания CrowdOne 80% будет отдавать тем людям, которые являются партнерами, а уж тем более являются держателями долей, которые в будущем станут акциями. Поэтому, друзья, тут даже и думать, наверное, не о чем. Как вы считаете, Эдвард, Андреас? То есть получается, что начисление дивидендов на доли компаний, которыми мы сегодня владеем, напрямую зависит от той доли прибыли, которую крауд получает от сторонних бизнесов. Как мы, вот Андреас упомянул, на сегодняшний день у нас 5 сторонних компаний, да, работающих с краудом. Совершенно верно. И в ближайшее время планируется 40. Я правильно услышал, да? До конца года приблизительно 40, да. Да, значит, если мы просто представим себе рост, просто рост оборота, да, и я знаю, что, конечно, Андреас, как человек, который раньше зашел, и я тоже, я присоединился осенью к крауду, но свои первые дивиденды, вот эти начисления квартальные, конечно, я уже тоже получал, они были еще для меня сравнительно небольшие, потому что на тот момент у меня не было так много долей, сколько есть сейчас. И я также понимаю, что это очень приятный пассивный доход. То есть фактически у нас на руках уже есть эта курица, которая несет золотые яйца. И если сторонних компаний будет только больше, если будут подсоединяться новые бизнесы, соответственно, наши дивиденды будут увеличиваться. Я как инвестор, я понимаю, что я уже не хочу продавать свои доли. Потому что для меня это выгодно. Да. Смотрите, какая ситуация получается. Компания CrowdOne является своеобразным маркетплейсом, где могут выставлять свою продукцию другие компании. Планируется привлечь 40 компаний. Да, ребят, это же шикарно. Просто шикарно. Это только в этом году. Это только следующая планка. Это не конец. Я прекрасно понимаю. Так даже если в этом году будет 40 компаний, то можно представить себе товарооборот этих 40 компаний. Да. На мой взгляд, вкусненько. Очень вкусненько. Да. Я подведу итог. Смотрите, сейчас до 31 марта просто мы вот решили сделать такой позыв людям, чтобы люди, любой, хоть он инвестор, хоть сетевик, хоть он кто, да, есть возможность, прослушали видео, не теряйте, кто вам это видео дал, сразу регистрируйтесь и на ваше усмотрение любой пакет покупайте, получайте следующий. Все, вот цифры на экране, да, каждый решает сам, сколько он может инвестировать, да. И после 1 апреля, естественно, будет тоже интересно, да, но сейчас наше видео именно на то, чтобы нашим партнерам, у меня многотысячная команда, и все, многие не знают, как это дальше показать, рассказать, да, и поэтому мы вот с этой точки зрения решили сделать такой зум, чтобы дать людям информацию, чтобы люди за свой локоть не тянулись. Потому что, когда биткоин копейки стоил, мне надо было хотя бы на 100 евро купить, то я бы, наверное, этим сейчас не занимался, да? И мое видение такое, у нас сейчас та же ситуация. Поэтому услышьте нас, дорогие слушатели или смотрители, да, или кто это видео будет смотреть. И это, ну, не теряйте, а лучше всего расскажите и дайте это видео всем как можно больше посмотреть, чтобы ваши люди вам благодарили. Я думаю, нам это будут тоже благодарить.
Давайте, друзья, тогда подытожим. Что хочу сказать. Все вы знаете поговорочку «Ложка дорога к обеду». Так вот, именно эта информация является той ложечкой, которая может стать золотой. Смотрите это видео, подключайтесь, созванивайтесь с людьми, узнавайте информацию и, конечно же, делитесь ею со своими друзьями. Спасибо вам всем. Спасибо, Эдвард. Спасибо, Андреас. И встретимся на маркетплейсе CrowdOne. Нет. Встретимся на каком-нибудь крутом курорте, когда все дольщики будут праздновать то событие, что однажды они приняли это решение и приобрели доли компании CrowdOne. Двумя руками за. Спасибо, друзья, до связи. Окей. Давайте, до связи, пока.